Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании. Сейчас мы с вами находимся на потрясающем пляже Клеопатры. Чуть позже я вам покажу море, по которому, я знаю точно, вы все скучаете. Ну, а предисловие к этому видео я снимаю чуть позже, потому что далее вы увидите пятничный рынок в Алании. Чем связано мое желание снять это отдельное предисловие? Тем, что буквально на днях я получила такое сообщение под одним из своих постов на Фейсбуке. Буквально такой вопрос. Почему в Турции растут цены, если в Турции туристов нет? Честно говоря, я впервые сталкиваюсь с таким вопросом, и я решила все-таки на него ответить и как-то направить вас в сторону понимания того, что Турция и турецкая экономика не может рассматриваться, во-первых, отдельно, а во-вторых, только с точки зрения туризма. Вы все прекрасно знаете, что существует такое понятие, как инфляция. И инфляция – это непосредственно стабильный рост цен. Цены растут всегда, цены растут везде, цены растут в разных странах, как в Турции, так и в России, так и в Америке, так и в странах Европы. От чего это зависит? Зависит это от очень многих факторов, как внутри самой страны, от экономики страны и, конечно же, от мировой экономики. Невозможно рассматривать какую-то страну в современном мире отдельно от мировой экономики, от инфляции внутри страны, от роста цен на доллар, на нефть и, самое главное, от тех процессов, которые происходят внутри страны. Это может касаться как и производства, например, в Турции, так и, например, импорта, замещения в России. Поэтому никогда не думайте о том, что в Турции цены растут именно из-за туризма или отсутствия туристов. Это такой же вопрос из серии того, что есть в Турции. В Турции нет ничего, кроме моря, солнца, пляжа и так далее. На самом деле Турция очень большая страна, и здесь есть не только море, солнце и вот такой вот потрясающий пляж Клеопатры в Алании, но и потрясающие горнолыжные курорты, снег, мороз. В общем, очень много всего интересного. Поэтому, еще раз отвечая на ваш вопрос о росте цен, обязательно смотрите картину целиком. С наступлением сезона я начала делать для вас различные видеообзоры магазинов в Алании. Ну и, конечно же, постоянно раз в месяц я делаю для вас обзоры рынка, продуктового рынка в Алании, где продаются фрукты, овощи, различные специи и так далее. Не забывайте о том, что в описании ко всем моим видео есть ссылки на все аланийские рынки. Так вот, многие из вас заметили, что цены как в магазинах, так и на рынке выросли. И я, конечно же, призываю вас не думать о том, что цены выросли из-за того, что в Турции есть туристы или в Турции нет туристов. Это связано прежде всего
как с внутренними факторами, так и с внешними факторами, с которыми сталкивается Турция и турецкая экономика. Если цены в Турции растут, это не значит, что цены выросли только для туристов и для иностранцев, которые приезжают сюда. Цены растут для всех граждан Турции. То есть, если мы ходим на рынок или в магазин, мы покупаем продукты и товары по тем же ценам, что и вы, когда приезжая в Турцию. Поэтому еще раз не забывайте о том, что существует инфляция и рост цен есть всегда, везде, во всех странах, по всему миру, но это зависит от разных факторов. Если вас интересует эта тема роста цен, вот специально перед тем, как записывать это видео, я ввела простейший вопрос в Гугле: почему растут цены? И по первой же ссылке я получила прекраснейший PDF-файл Центробанка, где объясняется, что такое инфляция, а также почему растут цены и почему цены заморозить невозможно на одном уровне. Потому что прежде всего в странах рыночная экономика и государство не имеет права контролировать цены. В общем, это очень интересная тема. Призываю вас образовываться финансово. Это не только поможет вам, например, сэкономить ваши деньги, приумножить их, но и в первую очередь развиваться в ситуации, которая происходит в разных странах, в том числе и в Турции. Ну а сейчас, друзья, пройдем вместе с вами на рынок, сделаем обзор пятничного рынка. И, пожалуйста, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу цен, ассортимента. Ну и, конечно же, в описании к этому видео я прикрепила видео с рынка, одно из первых видео, которое я снимала на рынке, поэтому сравните цены 4-летней давности и цены на рынке сейчас. Ну и, конечно же, приезжайте в прекрасную Аланию и Турцию. Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании. Привет! Сегодня пятница, и мы с вами идем на пятничный рынок в центре Алании. Пятничный рынок в Алании, как вы понимаете, проходит в пятницу. И каждый день в Алании в разных регионах проходят рынки. Но в связи с тем, что в субботу и воскресенье ввели комендантский час, рынки в субботу и воскресенье не проходят, но открыты продуктовые магазины до 5. В общем, покажу вам цены. Кстати, цены немножко стали падать на сезонные фрукты, овощи, на клубнику. Клубника уже по 10 лир, насколько я видела. Поэтому покажу вам цены, ассортимент. В общем, подписывайтесь на мой канал и смотрите все самое интересное. Скоро будет много супер-классных и интересных видео. На пятничном рынке в Алании у нас очень много фруктов, овощей, сыры, различные специи, масло, сухофрукты, ну и, конечно же, сладости. Сегодня очень солнечная, хорошая погода, и прежде чем что-либо брать, мы сначала осматриваемся. Смотрим, что, почем, где у кого какой товар. И, например, возьмем сейчас вот эти вот груши. Груши стоят 5 лир. Вот эти очень вкусные, сочные, кстати, груши. Айва. Кто любит, из-за его получается очень такой необычный, интересный десерт. 10 лир стоит килограмм. Как понять, штука или килограмм? Я рассказывала всегда вам в каждом видео. Вот если написано КГ, значит килограмм. Если написано ТАНЕ, значит штука. Когда увижу, покажу. Яблоки самые разные, по 5 лир. Есть зеленые яблоки, есть красные, большие, мелкие. В общем, какие хотите. Здесь у нас клубника и киви. Кстати, киви мы тоже покупаем и едим каждый день. И клубника, как я уже говорила, цена на клубнику сейчас 10 лир. Клубника очень
красивая, такая яркая, сочная. В общем, я люблю клубнику. Когда, кстати, клубника дешевеет максимально, я покупаю очень много килограмм и замораживаю на зиму и клубнику, и вишню, и черешню тоже. Бананы. 10 лир. И у нас остались здесь мандарины, тоже 10 лир. Арбузы, кстати, появились. Карпузная, да? Иран. Арбузы еще не местные. Вот это вот иранские арбузы, но скоро будут арбузы из Манавгата. Сладкие. Говорит, что сладкие, но мы подождем арбузы из Манавгата. Яблоки 5 лир и очень много зелени разной. Из зелени мы всегда берем, вот видите, написано таная, значит штука лира 50. Здесь есть петрушка, укроп, рока. Вот эту вот капусту, кстати, мы тоже покупаем и запекаю я всегда в духовке 8 и 7 лет. И обязательно вот такой вот салат тоже для каждый день для салата. Есть лук, редис, чеснок, морковь, в общем, все, что нужно. Помидоры 6 лир. И вот такие вот, кстати, тоже большие крупные помидоры. Очень вкусные. Маленькие огурчики по 6 лир. Есть баклажаны 5 лир. Огурцы покрупнее 4 лиры. И фасоль 13 лир. Что у нас из сезонного? Как вы видите, стали уже появляться арбузы, клубника дешевеет. В скором времени будут сливы, свежие яблоки. Ну и, конечно же, очень-очень ждем персики, абрикосы, черешню. Очень соскучились по черешне. Миндаль, зеленый миндаль, который, кстати, едят с солью. Кто любит, обязательно попробуйте и посмотрите, какая красота клубничная. 10 лир. Клубника. Ананасы. Портикал белеш олду, буйрун. Мандарины 8 лир. 2,5 кг портикал. И 5 килограмм, килограмм 5 лир, либо 5 килограмм, 20 лир, 5 килограмм. Это свежие, видите, это свежие, свежие апельсины. Вижу я бананы. Каждый день утром мы едим бананы и киви. Вот они, местные аланийские бананы. 10 лир. Бананасы. Я на самом деле люблю бананы, которые покрупнее. Вот, видите, даже есть, которые совсем мелкие, вот такие вот 5 лир, которые покрупнее 10 лир. Свежие тоже аланийские бананы. Есть по 9 лир, по 7 на разный вкус. Возьмем кило, 1 килограмм моркови 2,50. Вот такие грибы. Вы в прошлый раз написали, что это вешенки. Скажите мне, это вешенки или нет, или я неправильно называю. И очень, кстати, есть артишоки. Кто любит, пишите. Я артишоки не люблю, но продают их как в чищенном виде, так и в таком нечищенном виде. Есть, кстати, некоторые блюда в Турции, которые прям вот делают из артишоков, очень любят. Картофель
большой крупный картофель 2,5 лиры и лук 2 лиры. Сейчас мы тоже возьмем и картофель. Картофель помельче 2 лиры и совсем мелкий 2,50 лиры. Здесь постоянно тоже продают зелень. Зелени очень много. Посмотрите, какая яркая, красивая. Прям потрясающе. Очень классно. Капуста. Сейчас мы тоже возьмем цветной капусты, чтобы делать в духовке. Большое количество специй на любой вкус, цвет, всякие разные специи. Кстати, напишите в комментариях, любите ли вы специи, какие любите, потому что я использую минимальное количество специй, различные чаи, ну и, конечно же, орехи, фундук, миндаль и так далее. И вот такие вот мармеладки, кстати, из детства. В детстве мы такие тоже кушали. Клубника крупная, сочная. Классная клубника. Сегодня рынок такой яркий, красочный. Ну, плюс еще потому, что погода солнечная. Здесь по традиции у нас бананы аланийские. Бананы, я вам уже сказала, мелкие 5 лир, от 5 до 10. Ну и здесь вот есть тоже лукум и сухофрукты. Цены на орехи. Миндаль чищенный 70 лир. Самый разный, 85-80, есть грецкий орех, ну и, конечно же, семечки, я всегда вам показываю, вот эти вот семечки, тоже 20 лир килограмм, очень вкусно, есть соленые, есть не соленые, кто какие любит. Вот таким вот образом здесь обжаривают орехи, арахис. Жалко, что камера не передает запах, очень вкусно пахнет. Рынок достаточно большой. Чем отличается этот рынок в центре Алании? В принципе, он похож на все остальные. Достаточно большой. Здесь есть все, что необходимо из фруктов, овощей. И сейчас опять с вами дойдем до места, где продают сыры и масло, оливки и так далее. Вот, например, местные хозяйки продают варенье, томатную пасту и тоже оливки домашнего производства. Здесь есть и бананы, и даже цветы из их сада. Вот такие вот, например, красивые ромашки. Мерхаба. Мерхаба. Бананы, домашние яйца. Достаточно большой, колоритный рынок у нас здесь. Кстати, по поводу денег. В прошлом видео я уже рассказывала о том, что на расходы в аэропорту и доехать до дома, отеля и так далее, берите с собой наличку, все остальное можете брать на карте. Как я уже говорила, наличные деньги я не видела уже очень давно, кроме тех дней, когда мы идем на рынок. В основном, да даже не в основном, а всегда я пользуюсь
картой. Все на карте, кроме тех дней, когда нужно идти на рынок. Ну и для этого мы просто снимаем в банкомате. Поэтому никаких проблем с оплатой, снятием и так далее здесь нет. Ну, если вам нужна наличка на какие-то расходы, возьмите и в дальнейшем, как я уже сказала, сможете пользоваться картой и снимать деньги с карты. Вот здесь у нас продаются сыры, колбасы, яйца, оливки, томатная паста. Вот, например, различные оливки. Кстати, в этом году начали делать оливки вот такого розового цвета. Они вымочены в свекольном соку. Раньше их, ну, я не видела, по крайней мере. Очень много видов пасты. Томатная паста из помидор и из перца. Сладкая или острая. Ну и, как вы видите, тоже разный перец. Здесь не так много продавцов сейчас. Продавцов сыра я не вижу. Не знаю, с чем это связано. А, вот чуть дальше, скорее всего, продавцы сыра. И яиц. Да, здесь стоят такие машины-холодильники, где у них также есть оливки. Вот, например, оливки. Самые дешевые, которые я вижу, это 20 лир. И самые дорогие, это вот эти вот черные оливки по 40 лир. Сыры, масло, домашние яйца, сыры. Деревенский по 20 лир. Кстати, вот даже написано творог. Я не знаю, конечно, насколько это творог, но написано творог. В общем, творог. И оливковое масло домашнее. Также масло. Сливочное масло. На рынке не так много стендов, естественно, в связи с тем, что пандемия, и все стоят немного на расстоянии друг от друга. Пройдемся сейчас еще раз. Покажу вам. Кстати, как вы видели, уже появляются апельсины этого года, и сегодня первый раз я вижу то, что продают цветы. Вот такие вот мирова цветы на балконе. Некогда шекля 25 лир. Вот такие вот цветы можно повесить на балкон или в комнате. Кстати, очень красиво смотрится, особенно вот эти розовые яркие. Есть такие красненькие у него, бордовые. Некогда? И папайя килограмм 20-25 лир. Баклажаны, ну здесь уже все стандартно. Клубника, баклажаны, видите, даже написано по-русски клубника садовая. Как интересно, прям правильным, красивым русским языком написано. Ну и традиционные овощи, фрукты и так далее. Вот такой вот, друзья, у нас получился обзор рынка. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите, отвечу в комментариях. Не забывайте о том, что в описании ко всем видео есть наш Facebook, мой Instagram и мой номер WhatsApp. Если вам будет необходимо, можете обращаться ко мне по любым вопросам. Ну и, конечно же, обязательно приезжайте в Аланию, в Турцию. Вот такая вот потрясающая погода у нас стоит. Кстати, знаете, какой казус случился? Сегодня по прогнозу погоды обещали
просто невероятный дождь. Но, проснувшись утром, и некоторые свои дела мы отложили на понедельник, потому что в понедельник обещают солнечную погоду. Но, как оказалось, проснувшись утром, мы увидели, что у нас классная солнечная погода. И все, что было запланировано на понедельник, получилось сделать сегодня, сделали сегодня. И сейчас мы отправляемся на пляж Афсалара. Ну а сейчас, друзья, я возвращаюсь в офис. Нужно закончить кое-какую работу. Потом будет несколько встреч по работе. Сейчас едем в Махмутлар. И после Махмутлара обязательно на пляж. Потому что каждую пятницу или субботу мы всегда едем на пляж, провести несколько часов на пляже. Почему сейчас пятница? Потому что в субботу у нас опять комендантский час. Поэтому едем сегодня пляж в Афсаларе. Обязательно подписывайтесь. Я думаю, что вам будет интересно. И у меня на канале очень много классных и интересных видео. На сегодня я с вами прощаюсь. Кто кушает, приятного аппетита. И добро пожаловать в Аланию и в Турцию. Всем всего хорошего. Пока-пока.